Снова здорово, ребятки, у нас Shadow Fight 3. Вы просили, я записываю. Значит, смотрите, я прошел быстренько обучение, из экипировки у нас практически ничего нет, то есть это закрытый шлем, это доспехи горца и это парные мечи. Так, и давайте пройдем, выполним какое-нибудь из заданий. Побочные задания дают хорошую возможность получить монеты и новую экипировку. Тебе стоит выполнить одно из них. Да, я, собственно говоря, туда и иду. Давайте посмотрим, что это такое. В принципе, всем известно, что это. Так, ветеран. Какой ветеран? Вот так вот. Вот хорошо. Так, это наша способность. По-моему, шинкование она как-то так называется. Ай-яй-яй. Так, есть. И давайте добьем ее. Ай, красиво. Так, что у нас, второй раунд? Да. Отлично. Ой. Прям по голове. Да, ну что ж ты будешь делать? Блин, хотел с вертуханчика красиво ударить, но не получилось. То она какая-то озверевшая, то ли я тупевший, то ли она озверевшая, пока еще как бы непонятно. Отлично. Да, победа за нами. Я думаю, вы уже заметили, что играю я так себе. Так. Укрепленный мундир, отлично. Парные мечи еще разок. И переходим в экипировку. Бонусные карты мы смотреть не будем. Так, это плохо. Во, укрепленный мундир. По способностям у нас 0. Парные мечи прокачались. Идем дальше за следующим заданием. Пока доп. Задание попроходим. Итак, раунд первый. Фига на чё, магет. Сейчас мы эту подругоньку... Да ну что ж ты такая попрыгучая-то? Нача. Обменялись ударчиками. Отлично. Нет. Уай, хорошо. А, точно, мы же, ребята, броньку одели. Другую. У него вот как раз способность появилась. Теневая атака. Отлично, с вертуханчика попалась. Да, ну вот это вот не так было, как я хотел. Что творит баба? Огонь просто. Да, это я тебя хотел кинуть. Победа за нами. Да. Итак, что мы получили на этот раз? Укрепленный мундир, отлично. Снова парные мечи.
железное копье. Ну, копьями я играть не умею. Похоже, ты наконец готов отомстить Денрао. Нет, позже. Я хочу еще пройти задание. Так, раунд первый. Оу, дядя с молоточками. Так. Отлично. И... Нет, чутка не добили. Ах, а я-то думал, что наш удар. Ну ладно, будет так. Ни разу не... Кстати... Что я хотел сказать? Мысль забыл. А ну-ка. Эх, опять не получилось. Да хорош. Чё он разошёлся-то? Все, остался без своих молоточков. Отлично. Да, Shadow Fight это вам не Mortal Kombat X, где надо просто там тапать, тапать, тапать без остановки. Я, кстати, когда играю в Shadow Fight, вспоминается Mortal Kombat Ultimate на Sega, если кто помнит. Вот там были замесы лютейшие. Ну что, мы нанесли ему критически в пятку. Естественно, соперник не выдержал такого мега массивного удара. И давайте плюшки, плюшки, плюшки. Угу, редкий двуручный меч, укрепленный шлем и что еще? Все. Давайте мы зайдем, у нас тут что-то по пакетикам. Что? Редкий легион. Не будем мы его покупать. Я хотел зайти в экипировку и взглянуть на наш шлем. Давайте вот этот оденем. Так, просто для разнообразия. Так, и попробуем все-таки победить самоуверенного Денрао. Блин, дядя-то с копьем. Копье это плохо. Это значит, что надо держаться к нему как можно ближе. Потому что он с дальнего расстояния как лупанет. Да ну что ж ты меня пробиваешь-то? Я вроде движений никаких не делаю. Иди сюда. Ай-яй-яй. Ну-ка, успеем, успеем. Да, успели еще разочек. Ебать, ты че умеешь? На пердячем пору-то как крутится, а? Я также могу. Отлично. Так, первый раунд за нами. А здесь... О, здесь их три. Угу. Ну, давайте что-нибудь попробуем. Да, первый удар пошел. Подкрадемся поближе. Да ну хорош. Да ну что ж ты? Так, отлично. Давай, иди сюда. А если я вот так же? Ай-яй-яй. О, свертуханчика, смотрите, есть! Как мы его красиво вырубили.
Так, и что у нас? Третий раунд? Да, третий раунд, отлично. Ну, хорош, хорош. Опа, как это мы сделали? Давайте мы добьем Дэн Рао. Победа в любом случае, в принципе, за нами остается, так как мы два раунда из трех уже победили. Ай-яй-яй. О, вот это у нас опять на пердячем пару. Да что ты будешь делать? Что-то он какой-то ошалевший нынче. И давай, 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 давай. Добьем, добьем. Да. Я так и не понял, куда мы ему попали. Или в пах, или в лоб. Но победа все-таки за нами. Прямо-таки великолепно. Так, отлично. У нас повысился уровень. Немножко баблишка. Так, комплект штрафника. Угу. Доспех горца. Каска скаута. Давайте в экипировочку зайдем. Так, я пойду в лагерь с тобой. Сержант сказал, что объяснит мое присутствие старейшинам легиона. Я спасла тебя не из сентиментальности. Сфера выбрала тебя. Я сказала сержанту, что помогу вам ее найти. Окей. Так, понравилась ваша игра? Нет, не будем мы ее пока оценивать. Давайте мы прицепим каску скаута. Дальше. Что? Это нам даст немножко больше защиты, но потеряем способность, поэтому мы не будем применять. Здесь пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Нет, ничего мы скупать не будем. Так, урок дракона у нас открылся. Приветствую. Ты слышал о школе ледяного дракона? Там из одаренных детей с чистой кровью растят военную элиту династии. Однако недавно ее наставник заметил, что мир быстро меняется, а суровый тактический стиль драконов устаревает. Наставник драконов удалился в горы, чтобы в жестоких боях найти новый стиль, но без учителя школа остановила обучение. Отцы династии просят тебя сразиться со старым драконом. В битве со столь искусным воином он сумеет найти путь развития. Ну, не знаю. Что, нам есть смысл вообще хотя бы пробовать хоть раз? Я вот, честно говоря, очень сомневаюсь, что мы вывезем. Ну, стой ты. Ну, пока вывозим, конечно. Так, первый раунд мы победили. Раунд номер два. Кстати, ребятки, можете в комментариях написать, кто каким оружием пользуется. Он как-то не хочет нас атаковать. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, только хотел сказать, что он не хочет нас атаковать, и тут же получили по хребту. Ух ты какой.
Давай, перекинь. Да не нас ты перекинь. Вот, отлично. Ой, что это было? Что, сейчас добьем? Да. Не очень красивое, конечно, вышло добивание, если быть точнее, то не эффектное ни разу, но победа на Ив-Африке победа. Эпический бустер пак. О! Ну, давайте еще попробуем. А вдруг? Так, копьеносец. Да, ну хорош. До эпического бустер-пака, я чувствую, мы не дойдем, это точно. Ай-яй-яй. Так. Есть. Первый раунд за нами. Ну, первый удар. Да, не наш. Да хорош меня бросать. Ох, критически, да по голове. Опять критически по пяткам, критически в голову. Прямо, как бы это, конечно, противно не звучало, но походу критические дни у кого-то. Так, мы потеряли наши мечи, но одержали... Нет. Да, одержали все-таки победу. Ну, давай награды. 100... Чего 100? 100 какой-то херовины. Так, всего надо 8 побед. Да, давайте еще разочек попробуем. Ой, это что такое? Нюнчаки, ядришки, шишки. Сразу Джеки Чана вспомнил. Хотя непонятно, почему Джеки Чана. Так-то надо было бы вспомнить Брюса Ли. Ой, критический. Вот теперь его надо хорошенько месить, чтобы он не успел воспользоваться своими... Да, ну хорош. Я ж тебя должен месить, а не ты меня. Так, что-то я расслабился, походу. Это было обидно, досадно. И очень невнимательно с моей стороны. Так, ладно, давай исправляться. Так, ну, пока неплохо идем. А у него шок, он потерял свои нунчаки. Но опять же, я смотрю, он и ногами неплохо рубится. Давай, 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 эть!
Да, это было неплохо. И давай финальный раунд. Но мы должны побеждать, то есть здесь вообще как бы без вариантов. Права на ошибку у нас нет. Ай, вот это комбо. Фига себе. Не, ребят, я не вывезу. Нет, ребят, вывезли. Ну, комбо у него, конечно, мощнецкое. Три удара, и все хпшки просто улетели. Жесть. Так, эпические карты. Ну, давайте попробуем четвертый все-таки пройти. Четвертого ученика должны победить. Какой же все-таки у него прикольный доспех. Ай-яй-яй-яй-яй. Что-то я засмотрелся, короче, на него, походу. Ай, нет. Блин, ну так ведь неплохо шел. Раунд 2. Да ну что такое? Так, отвлекаем, отвлекаем, есть. Ой, хорош. И все, мы проиграли. Да, у нас еще, конечно, будет третий раунд, но чувствую, что наставника драконов я уже не сделаю. Это вам не какой-то ученик, это уже наставник драконов. Критически в голову меня тоже сейчас не спасет. Ай, молодец. Да хорош. Нереально, просто нереально. Есть, конечно, еще две попытки, но я думаю, что мы их попробуем в следующий раз. Так, после текущего события все непотраченные трофеи будут сконвертированы в монеты. Будет мудро потратить их до окончания событий. Ну, наверное. Что я могу еще сказать? Давайте мы тогда, наверное, завершим главу номер один. Победим штрафника и на этом, наверное, закончим. А что у него? Оружия вообще нет? Да, походу его это не смущает. Наверное, я зря сказал, что победим штрафника. Что-то мне подсказывает, что мы его не победим.
Ну-ка, ну-ка. Давай, добей. Есть. Сколько у нас раундов? Два. Ну, штрафник-то такой, пацанчик, вообще нормальный. Давай. Никак не можем мы получить первый удар. Точнее, только мы его и получаем. Ой, хорошо. Свертуханчика. Ну, что-то штрафник, честно говоря, как-то ослаб. Все, победа за нами. Давайте что-нибудь нам хорошее. Так, монетки это хорошо. Укус змеи, каска горца, железное копье еще одно. Так, и закрытый шлем. Так, бонусную карту. Нет, бонусная карта нам не нужна. Давайте перейдем в экипировку. Хорош трепаться. Так, наверное, мы с вами возьмем закрытый шлем. Железное копье нет, мы не будем использовать. Хотя, опять же, укус змеи идет. Не, не будем мы железное копье использовать. Так, ну что, мы начали, в принципе, Shadow Fight 3. Если вам интересно, обязательно подписываемся на канал. Всем хорошего настроения. Спасибо, что смотрели. И пока.